Мерзавцы, захватившие власть в Украине, жируют и мародерствуют, а людям не хватает денег на питание. Пока украинский народ воевал, пока граждане Украины стали беднее в 3 раза благодаря девальвации гривны, руководство страны увеличило свои доходы и заработало десятки, сотни миллионов. Как так может быть в то время, когда многим украинцам уже не хватает на хлеб и молоко? Украинцам поднимают цены, поднимают тарифы, заставляют жить впроголодь. Пенсионеров обложили налогами. Уже чуть ли не за воздух приходится платить налоги. Людям не хватает на питание. Народ заплатил кровью и жизнями за революцию. А мерзавцы, которые дорвались до власти, стали жировать и мародерствовать еще больше, чем это было во времена Януковича. Это такой результат революции? Так значит, надо продолжать революцию, чтобы скинуть этих жирных баранов. И нечего им, Путиным, прикрываться. Самый главный враг Украины – это внутренний враг. Олег Соскин, глава Украинской национальной консервативной партии.